Приближается прекрасный светлый праздник Пасха, и многие вовсю начинают к нему готовиться. Хочу предложить очень удачный и вкусный вариант заливки для куличей. Для того, чтобы приготовить заливку для кулича, понадобится самый простой набор ингредиентов и минимум вашего времени. Если вы уже выбрали, как будете печь пасхальный кулич, а вот как приготовить для него глазурь еще не решили, то рекомендую присмотреться к данному рецепту. Подобных рецептов, конечно же, много, но из всех, этот мой самый любимый. Готовлю по нему заливку уже не один год. Глазурь получается очень вкусная, прекрасно покрывает кулич, ей можно придать практически любую нужную форму и, что самое главное, она не крошится. Да, на застывание ей понадобится чуть больше времени, чем обычный, но результат того стоит. Обязательно попробуйте. Для большого количества куличей увеличьте ингредиенты в 2 раза. Подготовьте все ингредиенты. Отделите белки от желтков. Посуда, как и венчики для взбивания, должны быть чистыми и сухими. Добавьте к белкам сахар.